Так, ну решающий. Решающий момент. Не, ну тут уже. Тут уже жесть. Минус 20 килограмм, да? Попробуй, чтобы одним колесом не в колею. Двумя в колею, а то. Да ладно, ответим. Да, держать. Лена, а что там сейчас за мотор? Тот же. Тот же? Меняли. Да это не Лена, это Крис, ты что? Похоже, да, шапка одинаковая. Крис, да куда ты его загоняешь? А нет, я пошел. Да, пошел, где же Лена? Все. Мальчик в шапке, отойди, не мелькай, блин, в кадре. КПСС, уйди отсюда. КПССовец, блин. Йо! Сколько бородач тебе заплатил, блин? Блянь, прямо на меня колеса вывернул. Ёханый бабай. Пойду стану с другой стороны. С другой стороны будет пробовать. Красавчик. Обо мне человек думает, бородач, видишь? Чтоб я проехал. На Nokia они как апеллите. Седьмая, кажется. Или восьмая. Красавчик вообще. Почти. Посмотри, выровнял. Выровнял траекторию. Сейчас еще заедет, блин. Сбрасывает грунт в колею. Пусть я пугал, да? До отсечки. Лена, передняя нет блокировки? А слышишь, как производит? Да не, ну пусть разровняет нормально, что. То я еще застряну, не дай бог, позорище какое будет. Ёханый бабай. Слепой помогай. Давай, 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 давай. Нормально качай, качай, качай. Теперь так же двое еще с той стороны. И все будет. И выйдет, да. И вынесут. Давайте лопата еще. Чуть не проехал. Ну, колеса хорошие. Да, нет, ну, трасса, да, колеса нет. День прошел незаметно возле мостика. Нет. Блин, хотел сказать, слепой, что ты делаешь? Нет, сам слепой. Даже люди уже не узнают. Шапку кинь под этот самый колесо. Ложись в колею, Крис. Выслушай. Саня, помоги. У них и ботинки одинаковые, ты видел? И шапки, и ботинки. Давай, вот. Давай проверим польские сантреки, нормальные или нет. Я давно говорю за них. Копилку выпачкал, Крис. У кого сантрек? Там был красный.
Есть. Вот это, Крис, ты в Карпаты не едешь, да? Я вместо тебя. Да. Не, он едет. Стойте, не помогайте мне, я сам. Я сам, ребята. Хорошо, хорошо. Блин, Крис, мы эту трассу строили день всем коллективом, а ты один взял и засрал. А потом напишут, что эти сволочи, фашисты, украинцы припахали полякам выравнивать. Кто-то... Чей раб? А где тут с плеткой был? Мужик, помоги ему быстрее работать. Это поляки могут дороги строить, да? Из говна и палок. Давай, давай! Давай! Работай, работай! Блин, ну он определенно... Определенно бросается землей в ту сторону строго. Да, спереди блокировочка заехала 100%. Крис, переделывай все. Где гарантия? А в Польше тоже такие же бракоделы, как и тут, видишь? Лишь бы откаты, брать шапками. Давай, 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 давай. Давай, давай, еще. Качай, качай, качай. Давай с той стороны и с той стороны попробуй. А давай веревку и гонаты. На трассе потянем. Там пара ему зад не мешает. Отлично. Нормально. Не, там ступенька очень большая сзади. Вот смотри, назад скатываешься и по тормозам хорошо давай. Ну, дайте лопату, вот есть смотри, лопата. Вот это место, тяни его так. О, вот. Еще чуть-чуть вперед. Хорош, хорош, хорош. Назад. И по тормозам. Еще раз. Уже почти прошел эту фигню. Давай, там Крис, закапывай там. Закапывай. Высыпай из шапки песок. Горды не падают. Попробуй с разгоном. Газеры! О, сантрак, сантрак принес. Сейчас, сейчас об эту штуку он и сломает правое колесо. Там мне с СТО заплатили просто. Ему то мешает, это задание. Блин, ну пацаны, что вы делаете? Остановитесь, остановитесь. Кататься хочет. Не, чтобы я проехал, ты же говорил, я не проеду. А, конечно, так все ботинки стерли, а это самое равно. В оборотах впереди, может, поменьше машин сначала пустим, а потом большие. Смысл? Через ручей. И то правда. Поляк, быстрее строй, это не в Украине. Блин. Такие толты по аркуде. Вверх. Он будет лучше цепляться за гвоздь. Огонь! Автобан! Да так было, когда бородач приехал здесь. Вы скоро до карьера дорвете, блядь. Люди начнут песок брать. Да, уже бобры выстроились, смотрят, как строить надо. Выстроились. Все! Сил нет. Это было ему строить. Вот здесь парней обосрал. Он чуть побольше. Тебя же не попало, да? Не, у меня не. Это не наши методы. Смотри, уже на 10 сантиметров дальше, чем в прошлый раз. Давай, 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 качай, так и заедешь. Катись назад полностью, потом еще раз. Вот он. Вот тут трос приготовил. Смотри, смотри, по харду пойдет. Отошли, отошли! С польской помощью. Да. Дерево стало. Там у нее ширины не хватает. Чуть не заехал, да? Сейчас подровняется. Вылетит.
Ох ты ж ё! Кто тут таких ям накопал? Ты, залупас. Да поляк тут один есть. Строитель дорог. Саня, Саня, Саня. Что-то так хрустнуло. Да не один раз. Это уже второй раз так хрустнуло. Первых два предупреждения ты проигнорил. Потом вот так вот левее, типа по гребешкам. Там наверху раз и уходишь налево. Бородачу, иди палкой слепого ударь. Посмотри, что делает слепой. Нормально, давай еще раз. Паш, посмотри, что слепой делает. Отрываются колеса. Давай на лайт. Решающая попытка. Красава, да. Бородач, ты представляешь? Что ж ты творишь? А, ты себе Юрчик строишь, да? Саня. Слепой бородач тебя проклянет сейчас, порчу наведет. Не отбирай хлеб у гастробайта. Он уже к бороде потянулся за волосом, блин. Ты по себе всех не суди. Ну что не суди, знаю, что это. Он там уже плотину разбирает. Знаешь, не понаслышишь. Ну шел красиво. Да какой это? У снайпера, да? Мне в этой машине больше всего цвет нравится, красивая такая. И красит. В оригинале, да? Ну, да, можно сейчас побить прибор. Есть? Магнитик, да? Да. Все. Что-то сзади оторвалось, тарабанит ужасно. То ли амортизаторы там уже подпадали, непонятно. А то ли, конечно, я на холостых выехал. Она вообще сама, я вышел, она сама ехала. Запускайте эту псу. Осуществилась твоя мечта. Саня, ты хочешь новое русло сделать или что? Да опять Крис, да что же вы поменяете шапки? Я тебе говорю, это страшные люди. Так, кто там? О-о-о! Витара. Ассортимент автомобилей просто нереальный. Ну кто их эти поджары поймет, да, Лев? Так, ну и куда ты сейчас? Все, не мучай! Тут соседняя, да? Шептон туда остался. Ну что, иди уже. Заедет или нет? Да, да, давай, иди уже. Ну, подожди, трос, куда иди? Хочешь, чтобы меня это? Да он же не натянутый практически. Сзади. Трос, теперь поедем. Роуз, не, сейчас еще УАЗик там. Да блин. Давай! На встречу давай! Не дай шанс УАЗу! Давай! Все, крайняя машина? Да. А тут Сон? Тут уже не последняя, а еще УАЗ. Не тащили? Блин, а мы искали заправку, да? Нет,
Включай лопату, вот не берется. Тут еще клюется. Давай, давай, давай! А где говно пас? А, ты копаешь му яму еще, да? Другой стороны. Так посредину просто. Давай! Четко ты место, кстати, знаешь, Саня, где копать. Рация выпала. Закопай ее. Все, поехали! Поехали! Я тебе назад ее брошу, сейчас так. Где залупат? Под тобой поглумились. Рост светил. Тут еще. То слишком легко все упростили. Где он, что, развернуться не может? Кто-то скурил жвачку. Поехали? Что, по-моему,